Благоустройство для наших хвостиков. Домик Санты и Бублика пришел в негодность, а у лорда и будки своей нет. Вот уже и прошел месяц июнь. Время бежит быстро, и надо успеть сделать все необходимое для благоустройства наших хвостиков в сельском мини-приюте Людмилы Черницкой. Приюту очень сейчас нужна ваша помощь. Так уж получается, что приюту очень нужны хотя бы две будки, и поскольку строить придется хозяйке самой, помощников у нее нет, то надо поторопиться с закупкой стройматериала и начинать уже эту работу. Друзья, пожалуйста, помогите. Надо закупить доски и гвозди для будок. Очень нужна теплая будка для нашего новенького лордика и Бублика с Сантой, так как летняя кухня, где они живут, очень холодная. К тому же потекла крыша уже достаточно долгое время назад. К сожалению, отремонтировать и утеплить возможности нет. Это очень дорого, поэтому надо ребятам сделать теплую будку, чтобы они прятались в ней от мороза, который по-любому будет зимой. Друзья, пожалуйста, поддержите наших хвостиков, чтобы зимой они не замерзли. Это не менее важно, как и питание. Без вашей помощи волонтеру-инвалиду одной не справится. А теплое жилье ребятам надо. Людмила Чернецкая бы и забирала их в сильные морозы в дом, но, увы, наши пацаны не дружат с другими пацанами, а драка нам абсолютно не нужна. В приюте сейчас более 70 животных, и нам очень нужна ваша помощь. Будем благодарны, если кто-то захочет помочь в строительстве, хотя это из ряда фантастики. Так как женщине одной очень тяжело, к сожалению, здоровье уже подводит. Если вначале она строила будки и вольеры сама, то сейчас делать это сложно. Не отказалась бы и от помощника.